Всем привет, будешь говорить? Да. Ну давай. Всем привет, привет. Это канал «Котики и наркотики». Сегодня я приехала кататься на роликах. На ВДНХ? Да. А ты знаешь, что мы не возьмем велосипеды на прокат? Да. Как она на роликах на велосипеде? Ну что, позируешь? Глянь, какие флаги. Пойдем, пойдем. А давай я буду ехать, а вы будете. Давай. Так и получится. У нас только одни коньки. Обуемся где? Садиться нельзя, Кира. Мокренько. Я думала, на краешек сесть. Нет, на краешек даже нельзя. Давай, я тебе ручку подержу, а мама тебе ножку обует. Давай. Давай. Классно? Классно. Первый пошел. Эх, хорошо, что защиту тебе взяли, да? А касочку-то не взяли. Я знаю. Будешь аккуратно? Да. Головой. А? Вообще, как зачем каску дать, если голова так защитная? Защитная голова? Да, мозгами. Мозгами? Да. Мозги вообще-то внутри в голове, их надо защищать. А голову тогда зачем защищать? Так, держись. Как папа прям с дыркой на пальцах. У папы нет дырок на пальце. Есть, папа, есть. Нету. Пойдемте, наверное, мы туда вот заезжаем. Будешь там кататься? Да. Сейчас защиту наденем. Курточку будешь снимать? Нет. Нет. Один. Колен. На коленничек. Да? Давай, мама, быстрее. Кире уже не терпится испробовать. Испробовать. Свое мастерство. Показать, папа. Показать? Да. Мастерство свое? Да. Навыки по вождению. Папа, уже есть некоторые навыки по вождению. У тебя? У папы. Ну, у меня-то да. Машина. По вождению машины. Ручки надо защитить еще, подождите. Я вот готова уже туда рвануть. Готова? О, там, наверное, мотоциклы приехали. Байкеры. Хочу байкера. Хочешь байкеров? Да. Это у нас с тобой семейное. Да, мама? Одна защита. Надо, наверное, под этот... Под курточку. Эх, маловато кольчужка, да? Ага. Давай вторую руку. О, солнце вышло. Это гостиница «Космос», да? Мама. Да. Там снимали фильм. Фильм? Да. А знаешь, какой? Какой? Ночной дозор. Машина ездила прям по вот стеклам. По стеклам, да. Ну что, ты готова? Да. Чемпионка. Почти готова. Но... Почти? Чуть-чуть не считается. Ну давай, да поехали. Сама. Началось. Все раз и мокрая, да?
Опа! А вот и первое препятствие. Бордюрчик. Лежачий полицейский. Перешагиваем. Все? Второе препятствие, другое бордюрчик. Да. Мама, может быть, это... Может быть, ты сама тут поехать, если не я тебя ищу. Да, я, кстати, хотела тоже... Тоже предложить самой поехать? Сейчас мы будем ехать на... Сейчас мы будем ехать на поезде, на детском поезде. Просто на детском поезде. Мне дали конфетку папа. Дал конфетку. Такую вот чупа-чупсик. И я очень хочу поехать. Едем. Что ты хочешь? Хочу больше открыть, чтобы солнышко было. Кира, села в поезд, сразу есть? Вот тут бы полазить, да? Даже высоты боишься. И ты тоже. Я нет. Полази. Накаталась? Да. Давай. Ручка помашите. Понравилась поездка? Да. Классно? Да. А что тебе понравилось? Этот колосок, этот фондан с колоском. Пойдем туда сейчас? Да, сейчас к лебедям и к нему. А по воздушной дороге погулять? Потом по воздушной дороге. Это там, где наш парк мы пойдем? Да. Ну, давай. Если у нас деньги есть. У нас нет, у мамы есть. Смотри, шарик. Да. Кира, гляди. Это будет канатная дорога. Там будет вагончик по вот этому строчке. А я обратно. Уи. Уи. Кто мы? Папины носочки! Кира, кто мы? Папины носочки! Чего мы хотим? Чтобы найти себе пару! Кира нас крутит. Мама нас крутит? Фу, мама закружилась. Мама будет как девочка сейчас-то. Все, хватит. Все. Все, мама, вставай. Чего это? Ну ты ж не хочешь, давайте в другую сторону. Пап. Что? Подвигайся, чтобы тебе. Да подвигайся.
Не тесно? Нет. Давай так качаться. Давай. Классно? Да. Здрасте, Мария! Это мой цепляется об землю. Мы тоже цепляемся об землю. Просто сильно не раскачивайтесь. Надо крутиться. Мама, тебе как? Кайф? Пивасика не хватает, да? Да, пивасика. А дайте мне что-нибудь погрызть. Есть только пивасик. Будешь пивасик? А что-нибудь погрызть дайте. Яблоко. Давайте. Ты есть пришла или гулять? И гулять, и то, и другое, короче. Что, тебе яблоко дать? Да. Или сока? Яблоко. И сока? Нет. Нет? Ты, получается, и в домике, и еда у тебя есть, да? Ляжешь? Да хочу. Хочешь? Не надо. Вкусное яблоко. Угу. Ну что, мама, пойдемте дальше. Не хочешь вставать? Да. Союз мультпарк. Ага. Андерсон на где? Даче. Да? Где? Ну вот, кафе Андерсон. А вот там Союз мультпарк. Хочу пирожку. Чего? Пирожку хочу. Купить тебе. Я быстренько одну. Маленькую. Я тоже хочу. Тоже пирожку хочешь? Да. Но там есть пирожки, да? Да, у меня там денежка осталась еще. Красивая. Мама, как тебе беседочка? Там уточка на береге. На береге? А тут беседочка, гляди, какая. Да ее, вон, видишь, гоняют дураки какие-то. А мама, можно мне туда? Иди, иди. На уточку посмотреть? Иди, только не гоняй ее. Красивая, да? Да. Может, поближе подойдем? Да немного только. Ну, немного, да. Красавица, да, какая? Прикольные часы. Да. Как в кино. Кир, что ты делаешь? Нравится? Ну что, Кирусик, идем в лес? Конечно, не дойдем. Вон он, наш лес, наш поход. Пойдем. Поворот. Все? Нет. Все. Теперь письмо придет маме на почту. Ну, что-то я Новый год выбрала. Давай-ка другое выберем. Что-нибудь. В общем, вот, цветочки. Пофоткались, да? Встала? Чуть сюда. Все? Готова? Все. Отправляй на почту. Беги на пенек. Пенек к креслу. Там мокренько. Да. На краешек. Потому что там влажно. Сфоткаете? Нет. Сама его нашла. Пойдем. Да. А ты знаешь, что здесь лес, природоохранная зона, и рвать цветы нельзя? Да. А? Да. Если будет охранник, что надо сделать? Спрятать цветы? Да. Есть.
Идем? Мама, а можно мне тоже куртку? Качельку себе нашла, да? Конечно, кони, там же конная. Кони. Все, Кира, кони. Красотень. Класс. Конячки. Красивые. Кормить язык нельзя. Высунула. Это на тебе показывает, Кира, язык. Да? Какая тебе больше нравится? Темненькая. Ты его гладишь. Где? Вон подвесная тропинка, тропа. Лесная. Походная, да? Угу. Пойдешь? Да. Не боишься в походы ходить? Нет. Выживальщица. Не боюсь. Ну пошли тогда на тропинку воздушную. Тут пойдем, мама. По топе? Болотцы. Испугались. Пойдем, папа, эко-тропа. Куда? Эко-тропа. Эко-тропа? Да. Высоковастенько. Трос, трос. Я думала, нам нужно взять велосипед. Зачем вам велосипед? Чтобы папа мог меня прокатить. Не надо обтирать пылюк. Как тебе тут на высоте? Хорошо. И под нами тропинка еще одна. Ладно. Вон, видишь внизу? Нет, не вижу. Дальше проходите. Все, вот он. Да. Вау, тут все. Нравится хоть тут? А, Кирусик? Это же экотропа. А теперь тропинка. Да? Да. По экотропе. Мама, тебе тут нравится? Угу. Классно? Угу. Как будто бы Париж, да? Да. Ну как твои впечатления? Хорошие. Какие? Очень хорошие. Довольные? Самые хорошие. Что за упражнения? Разминающиеся. На экотропе? Да.
упражнения разминающиеся. Пойдем, нам еще долго идти по экотропе. Я разминаю, чтобы долго идти. Знаешь? И выйдем прям к лебедям. Идешь? Рост в высоту прекращается в возрасте 100-200 лет. Это кто был такой? Дуб черешчатый. Ужас. Пойдем дальше. Пойдем. Скоро будет еще один. Да? О, белочка! Где? Вон. Где? Не знаю, там уже. А, зай. Перелазить за ограждение, наступать на ограждающие тросы, на страховочные канаты, находиться на канатной площадке, а также бросать простейшие посторонние предметы и мусор. Понятно? Ага. Я напилась. Сфоткаться не хотите здесь? Нет. Стой. В европейской части России, во влажных тенистых лесах, на берегах лесных водоемов, по долинам рек. Предпочитает водородные почвы с примесью извести и еловых, смешанных широколистых лесов. Сохранился со времен до последнего ледникового периода. Ничего себе! Реликт критичного периода с сокращающимся ареалом. Где он? Нету. Красивенький, и мы такие видели. Да? Да. Основой его питания составляют взрослые насекомые, гусеницы, слизни, иногда дождевые черви и мыши. Ежеспособны бегать со скоростью до 3 километров, до 3 метров в секунду. Хорошо умеют плавать и прыгать. Что? Ёж. Что, ёж? Нет. Нет, не обязательно козер. С наступлением заморозков плотно закрывают вход в норку и впадают в зимнюю спячку с октября по апрель. Ежи должны уже проснуться. Представитель отряда хищников. Масса тела от 30 до 250 грамм. Длина тела от 12 до 26 сантиметров. Длина хвоста от 2 до 9 сантиметров. Передвигается прыжками. Тело ласки тонкое, длинное, с коротенькими лапками и очень острыми когтями. В условиях дикой природы ласки могут жить до 5 лет. Средняя продолжительность жизни около 1 года. Меньше, чем бурундуч, этот, как он называется? Хомячок. Хомячок. Джунгарский. Ласка очень ловкая и проворная. Быстро бегает, хорошо лазит и плавает. Является опасным врагом для всех маленьких животных. А я... птицы из семейства ястребиных, имеет короткие широкие крылья, а также длинный хвост, что помогает ястребу маневрировать среди деревьев. Взрослый самец достигает 29-34 сантиметров в длину и 59-64 в размахе крыльев. Самки крупные, могут быть длиннее самцов на 25%, обитает преимущественно в лесных местностях и распространен почти по всей Евразии. Это стремительный, ловкий и расчетливый охотник. Его добычу составляют мелкие пернатые птицы, воробьи, синицы, зяблики, дрозды, а также голуби и дятлы. А вот кто мерил вот именно от 29 до 34, не от 30 до 35, а от 29 до 34? Ястребоеды. И в длину 59, не 60, 59. И 64, не 65. Ястребоеды какие-нибудь. Да. Терпеливая, глянь, какие там памятники. Вон впереди. Вау. Зайки будут светиться. Давайте подождем даму. Это нам до ночи не пройдет. Вот мостик, по которому мы ходили, да? Да. Классно там было. Ходили, бродили. И что? И что? Какие же это тюльпаны? А? Какие же это тюльпаны? Ну, посмотри на листья. Это что? Из которых они растут. Это тюльпаны. Как он называется? Колос. Фонтан Колос. Ама, а что это всякие винограды? Ну да, роги изобилия там внизу под колосом. Ага. Нравится? Все, к лебедям. Не здесь, дальше. В другом болотце. Болотце? Идем?
Ура! Мы нашли лебедя. Он собирает свою травку, жует. А? Конечно. Он же окольцованный. О, мама тоже начала щипать траву. Давай, упади еще в воду. Внизу надо кидать. Присядь. Да всю кидай. Все, лебедя покормили, идем кормить Киру. Нет. Очень-очень ему нравится. Лебедей покормили, теперь ребеночка покормим, да? Ты сок пробовала, морсик? Да. А баклажанчик будешь вот такой вот? Нет. Почему? Нет. Баклажанчик? А пельмешки радужные будешь? Да. Ждешь? Вот они, дырочка, ножик. Что там у тебя такое? Это что? Осьминоги? Разноцветные пельмени. Ну что, мама, приятного аппетита. Ну что ты? Приятного аппетита. Спасибо. И тебе, Кира, приятного аппетита. Спасибо. Можно я вас возьму? Каждый, да? Голодный ребенок. Ты ела сегодня только два яблочка. Потом еще, да? Можно макать даже туда в соус. Да, можно пельмешку туда макнуло. Желтенькую сначала. Ну как тебе? Ну как тебе? Как обычные пельмени. Ну зато цветные. Они необычные. Ты что? Почему не вилочкой? Неудобно. Конечно. В ресторане палками есть удобнее. Хорошая у тебя технология. Сначала тесто съесть, теперь мясо. Мясо сама невкусное. Почему? Обычное мясо, как во всех пельменях. Попробуй сама. Я только что ела. У нее куриные же пельмени. Нет. Да, они сказали, что куриные, детские. Нормально. Я уже чуть-чуть эти пельмени не хочу. Наелась? Кира, как тебе фонтан? Да, нравится тебе тут? Да?